Привет, как дела? Я вернулась в Лондон всего лишь на июль, чтобы побыть с собаками, пока хозяева будут в отъезде на каникулах. Так что вот мы все уже тут отдыхаем. Вот Пеппа, Пинат и Коко. Ну и, конечно же, я, как всегда, снимаю свои репортажи, и сегодня я была на прайд-параде, вот мне нарисовали тут, типа, гей-парада. Хочу рассказать, что это такое в Лондоне, но не с целью пропаганды, а, как бы это сказать, вообще, как я воспринимаю этот парад. Снимала его, наверное, уже за 8 лет, раз 7. Я всегда получаю аккредитацию, то есть имею доступ внутрь самого парада. Там выстраиваются заборы, и публика по разную сторону заборов, пината, и публика по разную сторону заборов смотрит этот парад, а я внутри этого забора вместе с парадом иду по направлению и снимаю фото и видео, отсылаю в разные агентства с целью продать. То есть в основном для меня это парад, так как его очень много где покупают в западных странах, достаточно популярное здесь мероприятие. Для меня это в основном... Основная цель этого парада – заработок. Как бы парад сам по себе проходит очень весело. Я воспринимаю его как карнавал. Никакой пропаганды, никаких таких ненужных моментов. Все очень весело, все танцуют, все довольны, и публика, и участники, которые, кстати, не геи. Геев там очень мало, как бы... Просто как празднуют толерантность, что ли. Здесь вообще очень развита толерантность и к черным, и к мусульманам, и к геям, и к трансвеститам. Моя косичка на сегодня, потому что было очень жарко, и надо было как-то волосы держать собрано. И к геям, и к черным, то бишь неграм. Здесь нельзя произносить это слово. Кстати, хотела об этом сказать. Здесь негр в... В устах белого человека звучит оскорбительно, и за это могут сильно побить или порезать даже. Они очень любят, когда их называют black people, если белые люди их называют black people, это нормально. То есть такая толерантность, которая у нас как бы, ну, уже приживается к черным, к мусульманам, конечно, не знаю, как в России на данный момент. Видела, кстати, когда была, несколько женщин в... косынках вот так вот по овалу лица закрыты. Немножко как-то неприятно чувствовалось это в России. В Лондоне я абсолютно нормально. Даже к таким вот буркам, как этот Борис Джонсон сказал, почтовый ящик, отношусь спокойно, и все на улице спокойно ходим, ну, практически не общаемся друг с другом, но, в принципе, как это, толерантны друг к другу. Вот, что еще хотел сказать, значит, про гей-парад. Вообще в Великобритании основной столицей этих людей является Брайтон. Там достаточно распространено, там больше можно увидеть такой, как бы люди целуются, ходят за ручки, таких ситуаций, чем в Лондоне. В Лондоне в основном это один день в году, который вот празднуют это. Кстати, в этом году было 50-летие этого парада. Что еще хочу сказать? Хочу показать вам свои такие вот мидия написано и браслетики, которые даются, чтобы попасть внутрь парада. Как и в прошлые годы, парад, как всегда, открыл мэр города Садик Хан. Что мне еще нравится в моей профессии, это то, что можно близко подойти к таким людям, как Садик, или другим звездам или политикам, и пофотографировать, поснимать. И они очень спокойно к этому относятся и хорошо общаются не только с фотографами, но и с публикой. Можете увидеть сами, как сегодня Садик общался с обычными людьми, которые пришли посмотреть парад. Фух.
очень много всего. Да, читала, что до этого в Великобритании очень жестко относились к тому, к таким людям, и даже арестовывали, и люди сидели в тюрьме, иногда даже казнили их. Кстати, слово «гей» в переводе с английского означает «счастливый», «веселый», «театральный». То есть, если вы услышите в Англии это слово, это не означает, что это гомосексуалист. Это означает чаще всего «счастливый человек» или «счастье», что-то такое. Там хотела сказать, что периодически я буду приезжать в Лондон, какие-то мероприятия буду снимать и в гости, у меня тут много друзей, также, возможно, опять же таки, когда семья уезжает, с собаками могу посидеть на каникулах, в общем, кто знает, а вдруг, может быть, и работу найду, тут подвернулась одна вакансия на стажировку на год, как раз на ту работу, которой я именно и занимаюсь. То есть одно крупное агентство ищет людей, выпускников вузов, которые окончили фотографию, курс фотографии или видео режиссуры или журналистики, и вот они хотят как бы стажера обучать новостной съемке, дают всю технику, ну, наверное, какого-то наставника, еще плюс платят за это деньги. Так что кто знает, может быть, и не уеду я из Лондона, но это один шанс из миллиона, что мне повезет, ну, whatever, как тут любят говорить. Что угодно. Whatever в переводе, наверное, даже не знаю. Будь что будет, во. Whatever это будь что будет. Так что тут часто произносится это слово whatever. В основном так кидается на воздух в плане того, что ну, будь что будет. Мы тут не... как бы не властные в этой ситуации. Сори за мои как бы воспоминания, приходится переводить с английского, когда я в Англии, очень сложно думать сразу на двух языках, я думаю уже на английском, и очень сложно переводить на русский, так скажем, поэтому я очень долго думаю. Но я постараюсь выражать свои мысли на русском языке намного быстрее, чем это происходит сейчас. Тренировка. Practice makes perfect. Чем больше делаешь, тем лучше получается. Все, пока-пока.